Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Зарабатываем Вместе, и сегодня я хочу вам показать проект, который буквально недавно стартанул. Проект с маркетингом копилки, я думаю, в который стоит зайти и уверен, в котором заработают многие. Давайте непосредственно перейдем к проекту и посмотрим, что это за проект, рассмотрим его инвестиционные планы и предложения, которые нас интересуют. Вот так выглядеть будет у вас заставочка, когда вы перейдете по моей ссылочке. Здесь все на английском, сайт пока не имеет русского языка, хотя там представлено в будущем их много. И судя по тому, как ведет свою деятельность админ, а раньше я уже участвовал в его проектах, языки будут добавляться по мере продвижения проекта, то есть по мере его роста. Все это мы увидим с вами впереди. Давайте я включу переводчик, и мы сейчас будем все доступно читать. Значит, заработок на пассиве. Здесь сразу же проект нам предлагает при регистрации получить бонус в 50 USDT, то есть $50, и зарабатывать с них 0,1% в день. Также здесь на первой полосе написано, что с партнерки вы будете иметь с первой линии 3% за каждую инвестицию вашего реферала. Дальше интереснее. Итак, друзья, проект наш называется Unlimited. Как мы видим, здесь есть множество разделов. Все они кликабельные. Заходите, читайте. Сейчас коротко по ним пройдем на нашей главной основной странице. Здесь есть все. И потом вернемся к рекомендуемому. Это часто задаваемые вопросы на английском. Оно называется тремя буквами FIQ. Вот. Ну и понятно, что есть войти и регистрация. Я уже зарегистрирован. Вам надо будет зарегистрироваться. Регистрация простая. Итак, давайте посмотрим ниже. Ах, да, забыл. Смотрите, слева сразу видно, есть телеграм-группа. Перейдете по ссылочке, сразу попадете в группу. И есть телеграм-канал. Так, вот мы видим, начать зарабатывать. Сразу предлагают нажать и зарабатывать. Ну давайте разберем, на чем мы будем зарабатывать. Мультивалютные планы, множество платежных систем представлено. И, как мы видим, есть 4 плана. Значит, это фондовый рынок, 1,5% ежедневно, минимальная сумма $10, максимальная сумма $5000. Основной возврат в любой момент, снятие мгновенное. Второй план, 2% ежедневно, минимум это $5001 до $10000. Основной возврат в любой момент, снятие мгновенно, отлично. Далее третий план, 3% ежедневно от $10001 до $100000. Основной возврат в любой момент, снятие мгновенно, тоже отлично. И четвертый план, это фонд Alinity от $10 до $1 000 000 США. Ежедневное начисление тоже, насколько я знаю, и основной возврат включено. Вот и разница между этим и этим, что здесь вы получаете только начисление, а депозит можете забрать в любой момент, правда с процентами, на то он и маркетинг копилки, но это чуть-чуть дальше мы почитаем. А здесь ваши начисления, то есть ваши $10 будут включены в выплаты, соответственно и процент немного выше. Если взять математически к этому подойти, практически мы имеем одно и то же. Как бы одно и то же, но не совсем одно и то же. В общем, калькулятор вам в помощь. А калькулятор прибыли у нас есть внизу. Ну и, конечно же, у вас есть свой мозг. Думайте, считайте, выбирайте. При пользовании калькулятором советую сразу выбирать валюту, в которую будете инвестировать. Чтобы понятнее было, можно выбирать его тезер. Это соотношение 1 к 1, то есть 1 тезер, 1 доллар, понятно. И дальше выбираете, вот, к примеру, план есть, и вот, допустим, сумма, выбираем вот $10, и видно, ежедневная прибыль, месячная, недельная и годовая. То есть, все перед вами, перед вашими глазами. Дальше предлагают интересный очень партнер, то есть реферальная программа. Первый уровень 3%, второй 2%. Третий 1%. И также есть от реферального дохода. Что это значит? Это значит, если ваш партнер инвестировал $100, вы получите сразу $3 на счет, на ту платежную систему, с которой он инвестировал, и только на нее. И потом
он будет получать начисление. Со 100 долларов, если на первом плане, он будет получать по 1,5 доллара. И с 1,5 доллара вы будете иметь 10% к себе в кошелек. А 10% с 1,5 доллара – это еще 15 центов. По сути, я этим вопросом, скажем, интересовался ранее. Если сбить это в сумму, по сути, мы имеем партнерскую программу. Это 5-3-1. Там 11 копейки. Вот. Также есть активные бонусы за вашу активность и активность ваших партнеров. Это разберете самостоятельно. Здесь есть цифры. Их озвучивать бесполезно, потому как все вы можете прочитать и сообразить. Статистика проекта. Здесь фактически статистики нет, потому что, я говорю, стартанул буквально пару часов назад, ну, пару-двойку часов назад. Рабочие дни, как видите, 0, участников 171, аккаунт, то есть инвестировано всего лишь 1328 долларов. Развитие плавное, потихоньку, люди заходят, смотрят и присоединяются. Дальше есть вот последние депозиты, кто сделал какие суммы. Вот, есть летчики-залетчики, есть люди, которые играют, видите, как 200 ТРХ, то есть равно 10 долларов фактически, ну и по-разному. Вот, отзывы, как видите, еще пока нет. И внизу дублируются полностью эти же разделы, что и вверху. Вот, значит, все предельно просто, все предельно ясно. Советую обратить вам вот на вот этот раздел часто задаваемые вопросы. Давайте к нему и перейдем, а потом в кабинет. Друзья, смотрите, значит, вот раздел «Вопросы-ответы» или «ФАК», как я его называю. Здесь все предельно ясно. Я просто показываю, кого заинтересует проект, будете сами переходить и смотреть. Почему? Да потому что здесь мы потеряем еще очень много времени, а здесь все четко, доступно и грамотно написано. Я проверял, практически ошибок нет. Смотрите, здесь есть «Как создать кабинет?» Нажимаете, вот вам ответ. Видите? Какая минимальная, максимальная сумма инвестиций в компанию? Нажимаете, вот вам ответ. Согласно вот этим вот данным, вот здесь есть какой минимум, максимум для вывода. Да, вот нажимаете, и вы здесь будете видеть, с какой платежной системы, то есть какой монетой вам лучше заходить. Потому что потом вы будете с нее и выводить. То есть везде разные немножко идут проценты комиссии на вывод. И дальше здесь почитайте, вот, существует ли комиссия на вывод, как вывести основной депозит. Все выводится в течение 24 часов со штрафом в 5%. То есть решили поиграть 2 дня, наигрались, выводите депозит 5% в минус. Подумайте, правда, стоит это или нет. Вот, для того, чтобы 5% заплатить, вам нужно со 100 долларов хотя бы поиграть минимум 4 дня. Тогда вы останетесь в маленьком плюсе. То есть такие вот маркетинги, они работают. Работают по пару недель. Если будет хороший инвестор, может и месяц работать, может и полтора месяца работать. Здесь загадывать не будем. Здесь все в наших руках. Ну и, конечно же, желание админа или его воля, или как там можно сказать. Но, в принципе, проекты иногда показывают довольно-таки неплохую работу, можно сказать так. Итак, вы зайдете зарегистрироваться в разделчик, зарегистрируйтесь. Я уже зарегистрированный, я нажимаю «Войти». И вот, друзья, вот такой вот нехитрый кабинет. Опять же, вот здесь, видите, здесь уже есть переводчик. То есть предлагаемый язык у нас английский, мы нажимаем, видим, да, испанский будет, французский, русский. Это, я не помню, что там, Арабия, это Турция, Вьетнам, и внизу, по-моему, что это Польша. Да, польский язык. Вот. Далее, здесь тоже все просто. Вот обзор, итоговый баланс, 50 долларов, как только вы зарегистрируетесь, у вас будет такая табличка, вы получите, но вы ее нигде не будете видеть, ни во вкладах, нигде, потому как нужно активировать, я так понял, депозит. Как только я сделал депозит, вот, 410 трон, у меня сразу появился мой мой бонусный, я его уже видел, мой бонусный депозит. Посмотреть его, где это история, вот здесь видно 410 мои, и вот сегодня бонус 50
монет, или монета как-то, бонус за регистрацию. То есть все четко, все ясно. И далее все вот эти вот разделы кликабельны, нажимаете, изучаете и радуетесь. Далее есть награда, раздел, сейчас мы его пройдем, и настройки. Настройки для чего? Настройки для того, чтобы вы прописали свои кошельки. Для того, чтобы вывести, вам нужно будет зайти в настройки и вот здесь вот прописать кошельки, которыми будете пользоваться. Я инвестировал пока в Tron, и я прописал Tron. Сейчас я еще буду добавлю в USDT и пропишу USDT. А пока перейдем к разделу награда. Вот, друзья, значит, баунти программа, здесь еще будут свои плюшки, как вы видите, можно будет видео на YouTube, что я уже делаю, снимаю, потом обзор в Facebook, видите, когда опубликовали в Twitter, то есть нажимаете, чтобы здесь строчка была, пост в TikTok, пост в Telegram, и, соответственно, на свой пост будете здесь вводить ссылку и отправлять ее, то есть все будет изучаться, просматриваться, и соответственно от этого вам будет награда. На данный момент я хочу еще добавить немного средств, вот, и сделать новый депозит. Давайте я вам покажу как. Значит, вы видите, да, я зашел в раздел новый депозит, теперь выбираю платежную систему, выбираю, значит, здесь есть аж 3 тезера, да, вот тезер, это вот значок, видите, Tron, это будет TRC20, это на базе эфира, то есть ERC20. Это значок, мы видим, Binance, то есть BEP20. Я смотрел, что самая меньшая комиссия, по-моему, что в BEP20. То есть я выбираю вот этот вот тезер. И вот видите, BEP20. И мы на плане остаемся том же. И я прописываю сумму. Ну, сколько процентов у меня, 20 с чем-то есть. Давайте пропишем еще 80. 80 USDT. И создаем новый депозит. Соответственно, так я и говорил, вот есть адрес, на который мне нужно прислать эти деньги. Просто копирую и сейчас буду делать депозит. Ну и вот, в принципе, написал, что мой депозит сделан. Комиссия сети всего лишь 29 центов. Давайте перейдем на сайт, посмотрим. Так, надо обновить. Вот, комплект 8071 у меня есть. Это мы находимся в истории. Мои депозиты смотрим. 8071 есть. 410 ТРХ есть. То есть суммарно у меня получается примерно 100 долларов с чем-то, да? 105 долларов 31 цент. Теперь я буду ежедневно получать по 1,5 с копейками доллара. И можно посмотреть транзакцию. Давайте обновим. Не транзакцию, а... А вот есть 7, Федор 7. Есть 80 миллионов. Ну, это такой перевод. То есть работает статистика. То есть на главном там соотношение все работает, показывает без опозданий. Все отлично. Друзья, как говорится, куем железо, пока горячо. Вперед. Все, друзья, на этом я буду заканчивать свое видео. Всем удачи!